Ну что ж, дорогие друзья, и я хочу еще раз вас познакомить с людьми, которые дают нашим детям все, чему они научились. Любовь, теплоту в том числе, помогает им во всем. И хочу вас познакомить, может быть, кто не знает, кто-то знает, с нашими замечательными руководителями творческих студий. Вы готовы? Итак, вам наши бурные аплодисменты. Я приглашаю на эту сцену балетмейстера Центра культуры и искусств города Руза Екатерина Кузнецова. Руководитель детской студии «Айва» Клипса Калипса Наталья Куценко. Режиссер Народного театра, руководитель театральной студии «Новое поколение» Вера Сиворотова. Руководитель детской студии «Бережкарики» Роза Стерликова. Руководитель детского хореографического ансамбля «Дифтерия» Елена Зардинова. Руководитель студии «Деловые ручки» Людмила Зотова. Руководитель театральной студии «Восхождение» Валентина Каратаева. Руководитель хора «Соловейка» Алла Федотова. И также руководителя наших любимых проектов Елена Дроздова. Руководителя военно-исторического клуба «Короли» Алексей Гаврилов. Руководитель студии эстрадно-джазового вокала Анна Назарова. В шутку мы их называем в коллективе «Наши любимые феи». Встречайте, руководитель театр-студии песочной анимации «Облака» Нина Приходько и Ольга Ильина. А также руководителя детской хореографической студии «Color Mood». Вот такие вот звезды сегодня здесь у нас на сцене. И именно они начнут наш творческий сезон этим прекрасным днем. Ну что ж, чтобы более подробнее познакомиться, сейчас после небольшого финального номера мы все ждем в нашем большом танцевальном зале, где вы сможете подойти к руководителю, узнать о расписании, как попасть в студию, как записаться. И все, что вас интересует, вам на все дадут ответы.